скажи мне, куда идти, за каким небосклоном начинается счастье мне, океаном плыть или ангелом стать, чтобы с неба уже не спускаться. Где то тепло найти, то надежду, то чудо, как не попасть в мышеловку, чтоб красоту реки наблюдать, с нею плыть, ею стать и ею остаться. А все еще можно, но только с других колоколен не видно пути. Все очень сложно и нужно выдумывать мост, чтоб сквозь пропасть идти. Если бы стало известным все то, что скрывают слова мудреца, стало бы неинтересно куда-то ходить и чего-то искать. Тогда